Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мария, а мне 24 года. Я пришла с подругой, точнее, притащила. Вот. Ну все, она уехала, потому что ей надо было на работу, а я осталась. Я похудею вас и найду мужа. Да, я хочу найти мужа, потому что, как вы все знаете, что большинство мужчин не любят полных девушек, ну, точнее, полных, как я. У меня там было такое волнение, что меня что-то трясло. Ну, это круто. Я очень рада и счастлива. Первые два дня было, болело все. Я к Мише сказала о том, что у меня болят ноги, я не могу ходить, не могу сидеть, не могу спать. Он говорит, а есть ты смогла? Я говорю, смогла. Мне конфеты надоели, я их делала всю жизнь. Никому не советую их есть сейчас, потому что тренажерки потом придется еще попотеть. Ну, на работе друзья, коллеги там, замечают мои результаты, я сама вижу. А влезая в старые вещи, которые когда-то были отложены в дальний ящик, что уже ноги так не болят, ноги, руки там не отказывают. Ты понимаешь, что тренировка закончится, еще раз немножко последний рывок остался. Маша взяла себя в руки и ходит достаточно активно. Замотивировал. Исключение? Ну, не хочется уходить. Это семья. Вес был 95,3, стал 93, минус 2,5. Ты молодец. Просто умница. По сравнению со всеми, ты в передовиках. Ну, можно сказать, что она очень сильно спрогрессировала. Вот, потому что поначалу тяжело ей было заставить что-либо делать. Вот, она очень слабо соблюдала режим питания, пыталась всевозможно отлынивать. Вышла и переборола себя, то, что я смогла выйти и до конца достоять. Для меня уже прогресс. Старик у вокзального входа сказал, что оставлен бедняга. Спустя минутку-полторы человек втягивается. Вот-вот-вот, держим, идти не нужно. Упор правой ногой вперед. Что он делает? Ему хорошо. Собака управляет вами, ей это нравится. Для первого раза, я вам скажу, у вас, в общем-то, даже прекрасно получается. Это единственное, чего вам сегодня не хватало, настойчивости, но это тренируется. Я думаю, можно даже, в принципе, остановить и у Евгения спросить все-таки, как Маша тогда справилась с этим испытанием? Маша с этим испытанием справилась прекрасно. Я думаю, причина в том, что у Маши... Есть племянница? Я думаю, что у Маши, знаете, вот как с детства сохраняется такая детская любознательность, как губка информацию впитывать. Она умеет слушать внимательно. Сейчас довольно редко это среди людей. Я думаю, это помогло и в проекте, и в будущем поможет преодолеть страх к собакам, как выяснилось у нас. Прекрасно побегала, прекрасно освоила начальные какие-то этапы дрессировки. Я думаю, у нас все впереди еще. Я следила за этим выпуском постоянно, смотрела каждую серию. Мне очень нравится эта передача. Очень интересно смотреть за жизнью этих всех персонажей, всех героев передачи. И внутри тоже появилась какая-то мотивация стремиться к чему-то, сделать себя намного лучше. И все очень молодцы, даже не знаю, за кого болеть, потому что все проделали такой огромный путь, все так изменились. Но больше свое предпочтение даю Маше, потому что она действительно такая молодец, она такая милая, женственная, и, наверное, до конца я буду с ней. Для каждого участника, конечно, проект — это всего лишь этап, победитель один, но в конечном итоге каждый себя побеждает. Поэтому в качестве такого небольшого подарка у нас сертификат на первоначальную дрессировку щенка. Он действует бессрочно, как хорошее вино, с годами только лучше становится. Поэтому, когда вдруг, если ваша мечта маленькая исполнится, то есть от нашего клуба «Кинолог Плюс», мы вам вручаем сертификат. Но основной подарок даже не в этом, а в том, что вы этот подарок получите на выставке собак 24 числа, которое состоится. Мы вам дарим курс канитерапии. Будем бороться с вашим страхом внутренним. Спасибо большое, очень приятно. Чтобы вы заглянули ему не только в глаза, но и в пасть, и в конечном итоге победили. Может, я правда решу завести собаку? Ты вообще себя узнаешь? Я вот смотрю на видео с тобой, и у меня такое ощущение, что тебя просто
из себя старый взяли, вытряхнули, и вот ты вот такая сейчас сидишь. Мне кажется, там даже не я была. Вот даже я уверена 100%, что это была не я. Я сейчас смотрю в зеркало на себя, сейчас не узнаю. Точно, монтаж. Потому что, мне кажется, даже, ну, мало того, что это внутренние перемены, внешне я себя не узнаю совершенно. То есть люди, которые меня давно не видели, они меня не узнают. И я рада, что я смогла этого достичь, потому что это, я считаю, достижение. А именно победа в этом шоу для тебя что будет означать? А то, что я достигла своей цели. То есть для тебя важно именно победить? Конечно. Почему, если я дошла до финала, я не должна победить? Ты что всегда Машу поддерживала, какая бы она ни была, в каком бы весе она ни была? Ну, конечно, она моя сестра. Вот сегодня мы тоже вот надели маечки такие, где Маша то полнеет, то худеет, то полнеет у нее тут. Я, наверное, хочу сказать вообще огромное спасибо всем и каждому за то, что сделали на самом деле с Машей, куда-то вот засунули, вот так вот вытряхнули все ненужное. И вот сейчас Маша вообще совершенно другой человек, именно в плане вот именно внутри. То есть если раньше она не понимала, что такое мечта, что такое цели, то сейчас она четко знает, что такое цель и знает, как к ней идти. Вот это огромное спасибо всем. И еще хочу поблагодарить тренера Маши, Мишу. Если не ошибаюсь, ему 23 или 24 года. Вот это вот, вот представляете, да, вот 23 года замотивировал, ну, так скажем, не сказать, что старушку Машу, которой 25, да, нет, замотивировал в плане того, что, ну, как бы, девушку, которая, ну, как бы так, со своим личным мнением, с очень таким, как бы сказать, тяжелым характером. Все-таки у Маши такой непростой характер. И вот он нашел тот ключ, то есть как-то вот так вот, что она теперь прислушивается к его мнению. И не просто прислушивается к его мнению, она периодически ему звонит, спрашивает: так, Миша, это вот это можно. То есть она консультируется, и для нее Миша, он авторитет. Вот я хочу сказать, что именно огромная его заслуга в том, что для такого возраста он стал для Маши авторитетом. К Мише мы еще вернемся, и хочу Маше последний вопрос задать. Ты говорила про расширение круга женихов. Расширился круг, Маш? Ну, конечно. Внимание появилось больше намного. Я иду по улице, ну, всем, ну, не скажу, что все, но большинство мужчин обращают на меня внимание.